Сегодня мы поговорим о статинах и важности соблюдения графика приема с комментарием врача-эндокринолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну, тогда начнем. Почему к этим препаратам надо относиться ответственно и принимать, если прописали? Статины – группа препаратов, которые блокируют выработку холестерина, снижая риски инсультов и инфарктов. Назначаются статины пациентам очень высокого риска, у которых имеется, например, ишемическая болезнь сердца, перенесенные инсульты, поражение артерий атеросклерозом, сахарный диабет. При этом обязательно учитываются все риски и показания, биохимический анализ крови, уровни холестерина, ЭКГ, УЗИ сердца, дуплексное сканирование брахицефальных артерий, УЗИ сосудов шеи и так далее. Вы меня спросите, к чему такая осторожность? Я отвечу, что все дело в блокировании производства холестерина, который очень важен для организма. Именно из холестерина, например, синтезируются все половые гормоны, как мужские, так и женские, тестостерон, эстрадиол. Если их уровень критично снизится, то пострадает психика, половая, репродуктивная и анаболические функции. Статины не приводят к таким последствиям. И этому есть подтверждение. Уже неоднократно были представлены результаты исследований, в которых убедительно доказали, что тестостерон из-за приема статинов не снижается. Риск инсультов, инфарктов и конечных острых состояний снижается значительно, на 25%. Также доказано, что статины улучшают когнитивную функцию и состояние сосудистого русла, оказывают гепатопротекторное действие и приводят к улучшению сосудистой стенки почечных артерий. Мое мнение, существуют примеры, когда уровень холестерина удавалось существенно понизить и без приема препаратов за счет одной омеги-3, диеты и разумной физической нагрузки. Но все эти опыты возможны только в том случае, если состояние еще не слишком запущено. Но если же вам назначили статины, то принимать их нужно пожизненно, ежедневно в одно и то же время, без перерывов. Иначе показатели вернутся к исходным значениям, вернется угроза жизни и здоровью. Запомните это раз и навсегда и не слушайте, кто говорит обратное, так как это является обманом и представляет угрозу жизни. Но физическая нагрузка, умеренное питание и активный образ жизни, несомненно, облегчат ситуацию и улучшат здоровье. И еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!